В Иванове арестован проповедник-экстремист. Следственным отделением регионального ОФСБ в отношении 33-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.2 УК РФ. Мужчину подозревают в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, ивановец руководил структурным подразделением религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы». В частности, он проводил беседы и проповеди с жителями региона, тем самым популяризируя запрещенное в России учение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ну и напомню, что наказание по указанной статье составляет лишение свободы сроком от 6 до 10 лет.